1-2, да? В пользу Б. Да, в пользу Б. Да. А во сколько начало? Нет, а вот спецсвязь, посмотри, во сколько играет, пожалуйста. А там у нас и там, и там мы. В корплинге еще, да? Ну мы да, кроме там же еще играем. Так, сейчас расскажу. Не терять игроков. Ты уже, Жень. Помогай, помогай. Да, я уже открыл. Час. Час начала, да? Час, да. И когда... У вас там две подряд и все. Да. А, и две игры всего? Две игры всего, да, и они подряд. Час 05 и час 35. МОЗ «Энергосбыт» и ВТБ. ВТБ. Все, сейчас. Да, сейчас. Но все равно лучше там за несколько дней еще раз зайти на сайт и посмотреть. Потому что я сейчас скажу, а потом может что-нибудь поменяется. Катя, огонь, Антоха! Огонь! Хорош! Заключительный матч четвертого тура в конференции «Премьер». В зеленых манишках у нас спецсвязь в форме белого и синего цветов. Газпром Энергохолдинг. Смотрим мы в турнирную таблицу. На первом месте сейчас находится Меридиан Энерго. Но если в ничью хотя бы сыграет спецсвязь, то спецсвязь сравняется с Меридианом по количеству очков. Но при этом будет на первой строчке, поскольку в личных у них с Меридианом победа 1-0, и сегодня ничья со счетом 2-2. Так что, в принципе, даже ничья в матче этом устроит спецсвязь. Если же одерживает победу, то на 2 очка опережает Меридиан Энерго. У Газпром Энергохолдинга ситуация какая? Нужна им победа. Если обыгрывают спецсвязь, то обгоняют одним махом МОЗ Энергосбыт и банк ВТБ и выходят на промежуточное третье место. На бронзовую ступень пьедестала почета. И очень важный шаг к этому делает Газпром Энергохолдинг. Забивает команда. Делает счет 1-0. 1-0 после двух сыгранных минут. Если же спецсвязь не выигрывает, то и не играет в ничью. Тогда Меридиан остается на первой строчке при одинаковом количестве матчей. У Меридиана будет на одну игру больше. И все тогда будет решаться в заключительном туре. В нем спецсвязь будет играть с МОЗ-Энергосбытом и банком ВТБ. Если выиграет те матчи, то будет... А спецсвязь, кстати, последний играет, поэтому... Меридиан перед этим у нас будет встречаться с МОЗ Энергосбытом и с Московским банком Сбербанка России. Тоже два матча будет у Меридиана. Если Меридиан выиграет, то гарантирует себе чемпионство. Вот для этого нужно, чтобы сейчас спецсвязь оступилась. Перехват мяча, контратака. Вдвоем выходили на ворота Погорелова. Душкин, пас назад. Снова с Душкина начинается атака.
Фролов разворачивается. Не успел поднять голову, посмотреть, где партнеры. Погорелов. Хорошо, спецсвязь контролирует мяч, но надо сказать, что пасы при этом обостряющий практически не выполняет. Ждет момент, когда подзаснут, встанут игроки «Газпром Энергохолдинга», чтобы как раз это обострение совершить. Ну вот и последовала ошибка. Мяч достается «Газпром Энергохолдингу». Овсесян один. Дали ему мяч принять. Горелов спасает. Столкнулись здесь вратарь с нападающим спецсвязи. Требуется оказание помощи. Все-таки было нарушение со стороны Душкина. Желтую карточку он получает. Умышленно срывал атаку. Так, штрафной. Ждем домашнюю заготовку от спецсвязи. Наверняка есть у них в запасе какая-то комбинация наигранная. Мовсесян встал на пути мяча. Головой. Удар из-под защитника. Снова всем составом спецсвязь на чужой половине поля. Снова отыгрывают вратарю. Вс
Сысян мяч потащил по бровке. Тяжело с ним корпусом бороться. Погорелов на высоте. Контратака спецсвязи теперь. Можно бить. 10 секунд до перерыва. Еще один удар. Все, на угловую уже времени не хватит. Пока отдыхаем. Итак, второй тайм. Очень важный матч с турнирной точки зрения. Сможет ли вернуться на первое место спецсвязь или... Они в решающий тур войдут, находясь на втором месте. Горелов снова неточный пас у него. Фролов. Галактионов. Вернули себе мяч спецсвязисты. Горелов. До верного, до верного. Антоха, не стой! Антоха, два шага сюда сделай. Два шага сюда. Ну! Пошел пас на центр, но там никого. Все, 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 ближе, ничего страшного. Тайм-аут возьму. Ближе, Леха! Все, со своим каждый! Рискованно разыгрывали сейчас мяч. Боролись корпусом, но все в рамках правил. Снова никого в центре. Отходят назад. А вот спецсвязи. Ну, удар. Удар защитника, ворота пустые. Мог вратарь сам мяч подкинуть и ударить. А еще, 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 терпение. Есть момент, еще, вот, решай. Плохо, плохо. И прошла передача на угол. И собирается Газпром Энергохолдинг вскоре взять тайм-аут. Антон, дай хороший пас. Пока нельзя, мяч не у них. Что он с ним сделает? Нет, сюда, сюда, Леха, Марчак. Придержи. Ну, давай. Пауза, Леха, пауза. Хорош, хорош. Подойдите, подойди! Стоит напомнить, что с турнирной точки зрения спецсвязь и ничья может устроить. Тогда они в решающий тур с первого места заходят. Еще, Антох, отскакивай! Ну, если
Две игры удачно проведут, то сохранят. Леха, жди! Эту первую строчку. Нет, Андрей! Пять с половиной минут играть еще. Удар не точен. И тайм-аут берет ГЭХ. Смотреть. Он сейчас из состава убрал на всякий случай. На видео есть. Ну потом на видео. Да. Давай! Все, не знаю, что делать. Да он не забирал передачу. Нарушение правил сразу после того, как команды вернулись на поле. Второй фол у «Газпром Энергохолдинга». Душно заканчивает пиздить. Чё ты подъёбываешь-то, блядь? Он сначала мяч, потом ногу сыграл. Все, не специально так получилось. Четыре с половиной минуты нужно еще доиграть. Страсти кипят. Можно бить. Угловой. Был рикошет или нет? Был. Угловой удар. Эх, добрался до мяча, Новоселов. Вперед идет. Мавсисян мог сейчас забивать. Тайм-аут берет спецсвязь. Сразу.
Продолжается матч, будет идти еще 3 минуты и 5 секунд. Сберсвязь хорошо сыграла в отборе. Удар вратарь тащит. Румянцев отлично играет сегодня. Морчак перед воротами. Еще, еще терпение. Еще покатай. Выходи оттуда, Лёв. Не надо жить таким, давай. Наверно, 2 минуты. Да. На ворота. Поэтому и отдали капитанскую этому качку из Россия. Меньше 2 минут. Газпром энергохолдинга. Третье нарушение. Удар, рикошет, штанга, добивание и угловой. Как оживилась игра в последние несколько минут. Шла последняя чистая минута, четвертый фол. И снова в центр на Погорелова. Тянул игрок с ударом. Ворота пустые. Не точно. 23 секунды. Повторить вот от ворот. Сильно вату. Четырнадцать секунд. Зацепиться за мяч необходимо. Три, две, одна. Все. Финальный свисток. 1-0. Победа ГЭХ. Че по сборной скажешь? Слушай, ну вратаря.